LG X-Power – смартфон для целеустремленных, ведущих активный образ жизни людей. Он предназначен для тех, кто часто пользуется мобильным устройством, но не готов тратить много времени на подзарядку своего девайса. Обидно, когда аккумулятор садится в самый неподходящий момент, когда ты не доиграл в игру, не досмотрел фильм, не довел до конца важный разговор. С LG X-Power ты можешь забыть о нехватке энергии и частой подзарядке. Изюминка этого смартфона – аккумулятор емкостью 4100 мАч, благодаря которому ты можешь пользоваться девайсом с утра до вечера, разговаривать, фотографировать и играть в игры. Даже при интенсивном использовании энергии хватит на пару дней. Когда смартфон все-таки разрядится, тебе на помощь придет система быстрой зарядки MediaTek Pump Express. Восполнить энергию до 50% можно всего за 45 минут, а до 100 – меньше, чем за 2 часа. Кроме того, смартфон поддерживает стандарт USB on the go, а это значит, что LG X-Power можно использовать как портативное зарядное устройство. Достаточно подключить к нему кабель OTG. Несмотря на емкий аккумулятор, LG X-Power изящно выглядит. Толщина его корпуса составляет всего 7,9 мм. Закругленные грани придают ему особенно элегантный вид. Корпус может быть белым, золотым или цвета индиго. Диагональ экрана LG X-Power составляет 5,3 дюйма, разрешение 1280 на 720 пикселей. На широком и ярком экране твои фотографии и видеоролики заиграют новыми красками. Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти обеспечивают смартфону достойную производительность. Большое внимание разработчики уделили камерам. Основная камера LG X-Power оснащена 13-мегапиксельной матрицей, автофокусом и светодиодной вспышкой. Она умеет снимать не только обычные фотографии. В режиме панорама камера делает потрясающие панорамные снимки. Креативному фотографу понравятся творческие эффекты, имитирующие съемку на пленочный фотоаппарат. Фронтальная камера X-Power оснащена 5-мегапиксельной матрицей. Компания LG продолжает развивать самую удобную функцию для съемки селфи. Если раньше запустить таймер съемки можно было по голосу или жесту, то теперь, активировав режим автосъемка, тебе даже не нужно нажимать на кнопку, чтобы сделать фото. Просто прими нужную позу, замри. В этот момент камера распознает твое лицо. Через 2 секунды камера сделает снимок. Готово! Если ты недоволен сделанным фото, воспользуйся эффектом сглаживания, и твои селфи будут идеальными. Благодаря X-Power тебе всегда хватит энергии и на общение, и на развлечения. Умножай возможности вместе с LG. Подписывайся на наш канал и оставляй комментарии к обзору на сайте связной.ру. Ведь именно твое мнение нам интересно.